До нас сьогодні завітала Олександра Філоненко, керівник кіноклубу «Reality Shift Cinema». Вітаємо вас! Здравствуйте! В першу чергу хочеться поспілкуватися з вами про діяльність саме вашого кіноклубу, про вашу команду і чим ви займаєтесь. Наш киноклуб существует в Николаеве уже 7 лет. С апреля 2010 года мы запустили пилотный проект, посмотрели, насколько это будет интересно для людей. И, собственно говоря, с тех пор 10 месяцев в году, кроме июля и августа, раз в неделю проходит заседание киноклуба, на которых мы смотрим какой-то фильм, который предварительно презентуем, рассказываем о режиссере, о самом фильме, о его наградах, а потом уже после просмотра фильма обсуждаем. То есть это действительно такой немножко формат интеллектуального клуба, не просто как в кинотеатре прийти посмотреть, поесть попкорна и уйти. Есть такая потребность у части николаевцев именно вот так смотреть кино. Плюс мы смотрим, конечно же, фильмы, которые обычно в кинотеатрах не показываются в Украине или в Николаеве, либо вообще, потому что они формата больше фестивального кино, либо для специальных кино каких-то театров, которых у нас даже и в стране не очень много. Например, даже в Нью-Йорке есть отдельные кинотеатры, где показывают артхаусное кино, во всех других его просто нет. То есть вот как бы мы замещаем вот эту такую вот как бы сегмент в культуре, который как бы отсутствует. Но это совершенно нормальная практика. Такие киноклубы существуют по всему миру, потому что такое кино действительно оно некоммерческое очень часто, и его просто никогда, нигде не покажут в кинотеатрах. В общем-то такой вот у нас формат. И у нас существует как бы несколько кураторов. Куратор — это человек, который составляет программу на месяц, он там либо ориентируется на какую-то концепцию, которую он хочет раскрыть с помощью кино, ну, например, женщины в истории, да, как они репрезентовались в разные периоды в кинематографе, либо же специализируется на кинематографах каких-то определенных стран. Вот есть у нас приглашенный куратор из Полтавы Богдан Староха, который приезжает к нам дважды в год. Одна из его программ – это кино азиатских стран. То есть мы уже посмотрели и японскую программу, и корейскую. В этом году, правда, был азиатский Шекспир. Там были не только какие-то из одной страны фильмы, было из нескольких азиатских стран. То есть вот он интересуется этим кино, он эксперт, в принципе, может быть, один из немногих в Украине, кто смотрит очень-очень много. И вот у него такой есть интеллектуальный продукт, который мы, собственно говоря, предоставляем зрителю. Плюс он проводит лекции, мы делаем видео с этих лекций. И у нас есть канал на YouTube, где мы эти лекции выкладываем. То есть кто интересуется кино, может посмотреть эти лекции. То есть вот такой интеллектуальный формат. Помимо этого, мы еще делаем различные киномероприятия, в частности, два фестиваля, они у нас постоянно, это «Відкрита ніч», который как раз прошел в минувшие выходные, это уже он международный получил, наверное, статус, но в целом вообще называется национальным кино, фестивалем украинского короткометражного кино. Его организуют киевские кинематографисты во главе с Михайлом Ильенком. Это наш достаточно известный режиссер, он же очень пожилой, но тем не менее очень активный. И они организуют его с 97 года. То есть в этом году это было 20-летие этого кинофестиваля. Такая вот юбилейная дата. Плюс в Николаеве это был пятый раз, когда мы его показывали. С 2012 года мы его показываем. Просто в 2013 году его не было. Был пропущенный год. Это киевляне его не делали. В общем, специфика этого фестиваля заключается в том, что программа фестиваля идет всю ночь. Начинается в 21:00, заканчивается фактически в 5 утра, если считать пресс-конференцию. В течение кинофестиваля зрители голосуют за лучшие фильм номинации при зрительских симпатий. Раньше это были бюллетени для голосования, мы потом спешно должны были считать голоса. Теперь смс-голосование. В общем, и вот награждение прямо в 5 утра в Киеве на арт-причале, и это прямая интернет-трансляция через канал в YouTube, на YouTube. И вот собственно, это живое такое, такая сопричастность к этому фестивалю, и помимо этого, то есть это 70 городов по всему миру уже. В Украине большинство, и много украинских диаспор тоже организовывают, собственно говоря, этот фестиваль у себя. Второе большое мероприятие – это Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Он обычно проходит в последнюю неделю сентября, начало октября, вот чуть-чуть затрагивает. Это тоже фестиваль интерактивный, с голосованием. В данном случае это американский, можно сказать, фестиваль, то есть у них штаб-квартира в Манхэттене, в Нью-Йорке. Они собирают фильмы со всего мира короткометражные, ну, профессиональных режиссеров, то есть сам хоум-видео какое-то туда, конечно, не попадет. В общем, составляют шорт-лист из 10 фильмов и предлагают дистрибьюторам в разных странах завести эту программу в страну. В частности, вот у нас в стране это Артхаус Трафик, замечательный дистрибьютор, который привозит такое нестандартное кино в Украину, чтобы у нас все было по-человечески, с соблюдением юридических и авторских прав. И потом уже люди на местах вообще могут купить эту программу. Это может быть кинотеатр, это может быть киноклуб, это может быть университет. То есть благотворительным организациям делается скидка, программа не стоит так же дорого, как для кинотеатра, в общем-то. И нужно найти место и организовать. И вот последнее время мы показываем этот фестиваль в основном в концерт-холле «Юность».
в общем, да. Дуже активна у вас діяльність. Так. Дійсно, бачимо, що проводите культуру маси, допомагаєте миколаївському глядачу зрозуміти, що таке якісне кіно, розповідаєте інтелектуально. У вас клуб. А ось хто може стати вашим учасником? По большому счету, все, кто угодно. Наши постоянные заседания проходят, раньше они были по субботам, каждую субботу, вот кроме июля-августа, а теперь по воскресеньям, это, как ни странно, йога-клуб Садхана, у них прекрасное там такое большое помещение, Чайхана, в котором есть большая стена, которую мы используем как экран. То есть все достаточно просто, у нас есть проектор, компьютер, фильмы мы находим, да, мы находим их в интернете, мы скачиваем, то есть в каком-то смысле это, ну, нарушение авторских прав, но это не коммерческие показы, в принципе. Мы берем маленькую плату, чтобы закрыть аренду, потому что нам помещение дают бесплатно, все-таки надо понимать, амортизация помещения происходит. И вот мы смотрим эти фильмы. Любой человек, который интересуется, в принципе, у нас информация распространяется по социальным сетям, ну и как бы сарафанное радио никто не исключает. Я могу сказать, что в принципе сложилась уже какая-то такая кинокомьюнити людей, которые ходят уже просто годами. Есть где-то человек 20, которые очень регулярно практически на всех мероприятиях присутствует. Ну, конечно, им что-то может нравиться, что-то не нравится. Я же говорю, кураторы продумывают свои программы, и какая-то тематика может не интересовать, либо вот они не любят индийское кино, да, допустим, у нас была тематика Bollywood Revisited, то есть новый взгляд на Болливуд, такой своеобразный, вот как раз в марте в этом году. И, в общем, часть людей не любит индийское кино, и вот как им не рассказывать, что оно стало другим, ну, не хотят они его смотреть, они не ходят, да. Но, в принципе, всегда можно найти что-то для себя, мы стараемся как бы очень разнообразно делать, мы отслеживаем, что творится на Каннском кинофестивале. В этом году мы ввели, теперь будет постоянная программа Канны, вот мы параллельно в мае будем, в этом году делали в апреле, но, наверное, будем делать параллельно в мае, то есть постоянная программа «Шекспировские показы», где мы следуем по Шекспиру, это самый популярный в фильмах писатель, то есть больше, чем по Шекспиру, фильмов ни по какому писателю другому не сняли, поэтому там пахать не перепахать, огромное поле. Вот, то есть человек вот просто с улицы, у нас есть люди, которые шли мимо Садхана, увидели висящую на стеклянной двери вот афишку, посмотрели, заинтересовались, зашли, и кто-то остался, кто-то походил на несколько показов, то есть абсолютно свободные, то есть не надо, это не масонская ложа, не надо проходить какие-то ритуалы, чтобы вступить в наш киноклуб. Уже цього тижня будете проходить еще одно действо, фестиваль европейского кино. Это снова вот этот же замечательный дистрибьютор кино, фестивального артхауса, артхаус Трафик, они, в общем, понимают, что для того, чтобы кино, даже которое, тут и коммерческая составляющая, которую они привозят, пользовалась спросом, чтобы его завозили в другие города, потому что в Николаев его не завозят вообще. В наши кинотеатры не показывают, они не сотрудничают фактически с этим дистрибьютором. И иногда точечно какой-то фильм может просочиться, но в целом они даже могут сделать рекламу. Например, был такой фильм «Сказка сказок», который, кстати, будет в пятницу в программе кинофестиваля. Висел постер возле мультиплекса, но фильм потом не показали. Потом в мультиплексе планировали показать очень красивый полнометражный мультфильм «Красная черепаха». Рекламировали в сети палацев вот этих мультиплекс, не показали. То есть вот как бы артхаус Трафик понимает, что для того, чтобы это кино покупали кинотеатры, нужно воспитать аудиторию. И таким образом они придумали замечательную программу, то есть когда у них уже, я так понимаю, истекает очевидно срок проката, они раздают фильмы с авторскими правами бесплатно для некоммерческих организаций, таких как киноклубы, как библиотеки, очень много в библиотеках проводится. И вот этот фестиваль европейского кино при поддержке, кстати, собственно говоря, ЕС, он проходит в таких загадочных местах, в каких-то деревнях, вот где в библиотека есть, есть оборудование, нужен проектор, понятное дело, какой-то экран и какой-то зал, где люди смогут сидеть. Может, даже на телевизоре кто-то показывает, все зависит от масштабов места. Вот. И, в принципе, вот этот фестиваль будет показан в период, получается, с 22 июня по 6 июля. Вот эти-то фильмы можно было получить бесплатно в любую точку Украины, организовать вот такие показы. Можно было показать вообще один фильм, можно было показать два, ну и всего шесть было представлено. Мы выбрали пять, ну, просто по времени, так библиотека нам может отдать себя на растерзание на уикенд, да. В пятницу после обеда, там, в 3.15, в 3.30 делать как-то неудобно, люди еще на работе. Фильмы все-таки для взрослых людей. В общем, поэтому выбрали 5 фильмов, самые такие яркие, интересные, и вот будет у нас пятницу вечером 19.00, в субботу первый показ 15.30, второй в 6 часов, в воскресенье тоже самое 15.30, 6 часов. Все фильмы очень хорошие, но сразу предупреждаю, не детские. То есть детей, если вы собираетесь, лучше не брать, потому что некоторые вещи будут им сложно понять. Артхаусное кино, оно часто
даже для взрослых бывает не очень понятное. Иногда оно пугающее тем, что оно работает, например, с иррациональным, да, показывает какие-то у человека страхи или то, что он не хочет знать или говорить о себе. А это кино вносит это все на поверхность. А чи якийсь попередній запис, чи якісь квитки для того, щоб приєднатися до фестивалю? Вообще нет. То есть мы сейчас активно рекламируем во всех социальных сетях, библиотека тоже со своей стороны рекламирует, то есть можно приходить, зал достаточно большой. Я по опыту знаю, что несмотря на то, что все бесплатно, людей все равно не придет так много, чтобы не хватило места. У нас только один раз было так много, что едва хватило места, это когда мы первый раз Манхэттен показывали в юности. Вот тогда пришло людей, так что даже сидели на ступеньках, но я думаю, не из-за того, что не было места, из-за того, что наш народ любит садиться через одно кресло и не пускай, не подвигаться. И люди смотрят, вроде занят ряд, вроде какие-то головы садятся на ступеньках. То есть все равно это не очень будет большая как бы компания людей. Зал там достаточно вместительный, по-моему, там где-то 100 посадочных мест. Это нормальный зал, комфортный, там нормальный проектор, нормальный экран, просто потому что немножко так сбоку у них висит. Но в принципе мы проводили там лекции, проводили показ, вот как раз один из шекспировских азиатских показов. В общем, все нормально работает, звук, все на месте, комфорт, кондиціонер, то есть никаких мучений. Дякуємо вам, Олександра, бажаємо успіху в проведенні фестивалів. Сподіваємося, що це не остання наша зустріч і будемо ще багато ваших подій анонсувати в ефірі ранкової програми «Новий день».